И снова здравствуйте. И еще раз мы напоминаем всем, что теперь стало гораздо проще приобрести запчасти к мототехнике и электровелосипедам в нашем интернет-магазине. Сегодня мы вам расскажем немного про электровелосипед, который имеет существенное отличие от остальных наших моделей. У него три колеса, поэтому он и называется трицикл. Впереди находится небольшая корзинка. За сидушкой водителя вторая, больше по размерам. Электромотор находится на переднем колесе. Подрессоривается передняя вилка амортизаторами. В задней части находится натяжитель цепи и два задних амортизатора подвески. Электровелосипед включается ключом на блоке аккумуляторов. На руле расположен комбинированный прибор, на котором видны уровень заряда батареи, а также индикаторы включения электровелосипеда и включенной светодиодной фары. Фара включается кнопкой с правой стороны. Слева на руле расположена кнопка сигнала. Для подзарядки аккумуляторов достаточно отсоединить провод на батарее и подключить туда кабель зарядного устройства. Если электровелосипед находится достаточно далеко от сети питания, можно снять батарею для подзарядки. После установки батареи на место не забудьте зафиксировать ключом сидушку и подключить провод питания электровелосипеда. Если же батарея села в пути, доехать до пункта назначения можно на педалях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем пока!